群馬ツーリング俺一人の旅、いやあとは一人で県外なんて言ったことに、つか寒い。
помнишь, как это было раньше? Мы словно продавались в детском мире. И то, что явно было ближе, было дальше. И то, что уже было, стало шире. Теперь опять это все по новой. И начинай, не говори, не надо. Я понимаю с одного, ты понимаешь взгляда. Сколько я говорю, не надо. Не привыкает и не навечно. Зачем тебе эти косые взгляды? Зачем тебе эта больная печень? Но почему, сука, так бывает? Всегда одна на двоих дилемма. Я для нее решение и проблема. Ау! Извиняюсь, постоянная жизнь. То трезвая, то пьяная. Это словно пламя без огня. Какая-то фигня. Какая-то фигня. Помнишь, как это было раньше? Мы были собственно какими надо. И почему-то не терпели фальши. И были чисто либеральных взглядов. Теперь опять, сука, все по новой. Видеть себя никуда не деться. И ни во что другое не переодеться.